Всем привет, ребята, с вами я, Диана, Марина, Арина. И моя мама приезжает с Ксюшей. Я, конечно, не рада, но с мамой была. Вот, пришли. Привет. Эй. Ксюша. Возьмите ее, пожалуйста, отойдите. Конечно, конечно, возьми. Она плачет на тени. Тебе не нравишься. Мама, ты вообще что обещала? Ты обещала, ну. Я тебя люблю. Ах, обещала. Ты что, ты тупая? Блин. Папа не было, было бы все хорошо. Да уж. Хорошо. Все. Я тогда пошла. Покажи ей комнату. Нет, я доверяю ей. А ладно. Пошли. Не рад за вас. Угу. Кажется, завтра подсюда. Что за плач? Двери. Ты там по шутке. Я не знаю, что она такая тупая. Я люблю тебя, мама, чтобы был тебя. И это Дим. Ой, женочь. Ты нас не справишься, конечно. Ксюша, попердуша. Это не стул, а это вот. Ребята, так разве возможно? Есть топчу. Я придумала кое-что. Что? Тебе это не нравится. И что же тебе не нравится? И что? Надо ее помыть. Мы пошли помоем. Ладно, можно будем прямо здесь. И драпаем, ладно, мы. Вот. Так вот. Ты. Ну все, ладно, посмотрим. Мы пришли посмотреть. А где? Где она? Ее тут нету. И дальше ее нету. Мы ее моем где? В посудомойке. Ёж, я не буду. Стерлистище. Тебя ходить нельзя. Девочка моя, Ксюшенька. Мама. Что? Пусть моется. Ладно, все, улетим. Стремно напрягать умеет. Нельзя это кого-то ставить. Что она плачет все время? Переодеться надо. А вообще-то еще есть течение. Ну пусть придет, я-то в чем виноват. Да. Когда они все ушли, это всем ночью. Кому-то на пету не ищите. Эй! Ты! Спи! Добрым утром, ребята! Не в школу. Лучше пойду.
помыться надо. Я. Ладно, помоем. Одну минуту. Реально? Да? А где моя мама? Нет. Где моя сестра? Моим. Я не выпечу. Нет, я в школу опаздываю, пока. Она в школу отправилась тут рано. Сестра. Малышка. Ее опять нету. Сестра, мама не любит, я твоя мама. Я вчера из нее аппетите пила. Нельзя тебе с чужой. Он уже сестра. И что? Всем пока-пока тогда, ребята.